Томас Дьюар. Вчерашний успех принадлежит вчерашнему дню. Как это замечательно сказано. Я думал, что вот мои книги будут меня там кормить всю мою оставшуюся жизнь. И знаете, косвенно они и кормят. Но так как были гонорары за книги, их сейчас нету ничего. То есть идет какие-то косвенные вот эти вот, как бы сказать, последствия от своей этой репутации, и от своего там бренда и так далее. Каждый день действительно ставит свои задачи и требует своего решения. И если мы только на старом будем, ничего не получится. То, что раньше действовало, сейчас не действует. Вот умно. Генри Форд. Послушаем. Я никогда не говорю, мне нужно, чтобы вы это сделали. Я говорю, мне интересно, сумеете ли вы это сделать. Важно человека, конечно, заинтересовать. И одно дело, знаете, когда принуждаешь человека, это одно. Это совсем иное воздействие на человека и его, как бы сказать, общение с вами. То есть вы на него давите, сделай. А другое дело, мне интересно, сумеете ли вы сделать, то есть тем самым вы его вызываете на, как бы сказать, на слабо. А сделаешь ли ты или нет, то есть у него разгорается собственный азарт. А может ли он действительно это сделать или нет? Конечно, в этом большая разница. Гай Кавасаки. Определите свой бизнес-модель. Определите свой бизнес-модель. Неважно, какой бизнес вы основываете, вы должны четко представлять, как зарабатывать деньги. Даже самая гениальная идея, технология, продукт, услуга – не жильцы без устойчивой бизнес-модели. Ну, бизнес-модель – это, опять-таки, это отголоски того вашего мышления в будущее. Вы должны выстроить модель. Мысленную модель, которая начнет на вас работать. Подпитывать ее, она начнет обрастать. То есть это одна примерно и та же мысль, но изложенная вот в разных интерпретациях. Коко Шанель. Смотрю на нее, такая интересная женщина. Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придется делать то, что никогда не делали. Ясно? Понятно? Хотите, значит, должны делать. Не хотите, значит, ничего и не будет. Это очень важно понимать, что вы должны преодолеть себя, где-то измениться, в чем-то вырасти. Это подталкивание к вашему самосовершенствованию. Самосовершенствованию вот в разных вопросах. Что вы хотите? Вот, допустим, смотрите, вот сейчас мой канал. Никто не замечает, что если есть такой канал Геннадия Малахова, меня знают как автора книг, меня знают как ведущего, но как блогера они меня не знают. Но тем не менее, я делаю видосов я за счет своей, так сказать, производительности. Я сделал больше там, чем каналы, которые имеют свой штат. И наращиваю вот это. Я мог бы еще больше делать, просто вы там не успеваете их смотреть. Так вот, я это делаю, я это наращиваю. И я думаю, со временем все это станет на свои места. И, возможно, будут изучать, а как этот канал развивался, а что делал этот автор для того, чтобы стать там популярным, заработать копеечку, не будем так лукавить. При этом, знаете, не втюхивая своим зрителям какую-то ерунду, какое-то фуфло, не обирая их, а совсем по-иному, чтобы, если люди хотят со мной, допустим, поделиться, то это они делали как благодарность за то, что общение мое с вами принесло им пользу. А не просто из-за того, что мне надо вот это продать вам. Плохое, хорошее, но надо продать вот и поиметь вас. Вот это вот разные вещи. Это вот многие там перекликаются такие интересные вещи. И знаете, я вот, подходя к концу нашей беседы, я как бы подбирал или хотел пообщаться с умными людьми. С умными людьми, которые уже, знаете, устоялись, которые это... Ну, очень мало таких общений. А вот благодаря вот этому, значит, календарчику,
Я как бы, видите, нашел вот такое вот времяпровождение, благодаря которому я перед вами раскрываюсь совершенно с другой стороны. А то мне пишут, а вот вы поговорили про мочу, а что, моча теперь не идет, только сода. И мне с такими людьми не хочется никак общаться, потому что они, во-первых, не знают моего, пусть громко это сказано, творчества. Для них все это свелось к одному. Каждый из нас многогранен. И вот что-то позволяет вам раскрыться. И вот, допустим, вот этот календарчик, сейчас как раз 31 января, мы закончим сегодняшнюю беседу. Позволил мне раскрыться перед вами. А вы, слушая меня, в какие-то вопросы вникая и так далее, начинаете сами для себя раскрываться. Вот в этом и есть волшебство, магия нашего общения, нашей созвучности, нашего, будем говорить, вот какого-то веселья, обмена информацией, энергией. Вот этого таинства общения. Итак, Уолт Дисней. Если вы можете это вообразить, вы можете это и сделать. Прекрасно. Прекрасно, естественно. Естественно, так оно и есть. Что мы можем возразить, то вообразить, то мы можем и сделать. Дальше у нас пойдет февраль и разные там цитаты от наших деловаров, которые действительно что-то добились, какие-то значимые имена. И вот интересно, лично мне, не знаю, как вам, интересно вот приобщиться к тем, будем говорить, вот таинствам, к тем струнам, которые они затронули для того, чтобы добиться какого-то успеха. Но у каждого понятия успех – это свое. Но вот успех, вот в данном случае, я сейчас как раз вот вошел вот в этот вот ритм с этими людьми, какие-то резонансные, что я получил массу таких положительных впечатлений, которыми и с вами дарюсь. До новой встречи! Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Доброго здоровья и до новых встреч!